Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литер, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Роберт Рождественский посвятил большое стихотворение натурщицам и точно выразил роль муз в искусстве. Кем они были в жизни, величественные Венеры, надменные Афродиты, кем в жизни были они? А были уже бессмертными, и Бог здесь был ни при чем. О тяжком труде натурщиц, перестающих быть человеком, личностью, женщиной, становящихся частью картины, фрагментом замысла, кусочком вечности. Новая книга Анны Матвеевой «Картинные девушки. Музы и художники. От Рафаэля до Пикассо». Анна Матвеева, прозаик, хорошо известна своей книгой «Завидное чувство» Веры Стениной. Написала книгу не совсем о натурщицах, а о тех прекрасных, неповторимых девушках с известных картин художников разных стран и времен, об их судьбах, о благополучных и трагичных, об их отношениях к творцам, мимолетных и близких. Если вы, дорогие слушатели, многое уже знали, все равно Анна Матвеева найдет, чем вас удивить. А если вы не помните или не видели той или иной картины, что ж, самое время, чтобы прикоснуться к прекрасному, взглянуть на бессмертную красоту великих воятелей и живописцев. Все начинается с истории знаменитой афинской гетеры Фрины, ставшей моделью для Проксителя и воплощенной в мраморную Афродиту. Кстати, это первое изваяние обнаженного женского тела в античности. И если увидеть подлинник скульптуры невозможно, то представить несравненную красавицу можно на картине Семирадского «Фрина на празднике Посейдона». В красоте Симонетты Веспуччи Сандро Боттичелли обрел вечный источник вдохновения и радости, не иссякнувший даже после ее смерти от чахотки в возрасте 23 лет. Боттичелли будет рисовать ее по памяти, и чем дольше он будет уходить от ее трагической гибели, тем возвышеннее, одухотвореннее становилось ее прекрасное лицо. И в «Весне», и в «Рождении Венеры», и в «Мадонне с гранатом», музы Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, Брюлова, прерафаэлитов, Эдуарда Мане, Модильяни, Матисса, Пикассо, Марка Шагала, Дали, Климта, Репина, Серова. Какое количество невероятных историй, невообразимых судеб, несостоявшихся надежд и бессмертных творений. Сколько сюжетов сочиняет жизнь самый великий и неиссякаемый писатель. И как могуч человек, творец, человек-художник, способный обессмертить красоту. О вечных музах, соавторах и главных свидетелях того, как рождались шедевры в книге Анны Матвеевой «Картинные девушки 16+». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».